Здравствуйте, товарищи. Вот настал этот день. Первый выезд по грибы. Сейчас начало мая. Я очень рассчитываю найти сморчки, сморчковую шапочку, строчки. И время покажет, конечно, сейчас, видите, лес смешанный, береза, сосна. Я буду стараться найти осинник. Абсолютно нет навыков по сбору сморчка. В моей практике это только второй год, я пробую собирать этот гриб. Ну, говорят, что у нас в осиннике они любят осинник. И будет удача, если найдешь черемуху в лесу. Вот якобы сморчок любит очень там, где черемуха произрастает. Насколько это верно, практика все покажет, подскажет, и будем свой собственный опыт нарабатывать. Вот. И пойдемте в лес, будем пробовать. Вот какая прелесть растет, подснежники. Только-только я вхожу в лес. Первые майские цветочки осенние. Прекрасный вид. Вот иду по дорожке. Медунка, подснежники, все расцветает. Начало мая, первое тепло у нас. Все начинает зеленеть. Красота. Красота. Под этой березой сухой осенью опята будут как пить дать. Ну, видите, как брусничник серебрится. Как красиво на солнышке. Вот наш первый урожай. Первый урожай 2022. Я думаю, что здесь и грибницы-то как таковой нет для сморчков. Иначе хотя бы единично они бы попадались. Ну, а медунки. Медунки много. Вот. Ее мы немножко и пособираем. Вот он. Красивые цветы. Помню, что в детстве мы вот так брали. И вот здесь такой сладкий сок.
Сейчас мы железнодорожное полотно пересечем. Там вот дальше видите лес. А вот, кстати, вот и черемуха. Но сомневаюсь я, что здесь на таком солнце под этой черемухой окажется сморчок. Чудный запах. А ведь я был не прав. Совсем я был не прав. Правда, люди говорят. Вот, посмотрите, вот куст черемухи. Вот прям железная дорога рядом. Тут прям полянка. И снимаю для того, чтобы и у вас осталось понимание. И я вот буквально минуту назад засомневался, что на открытом месте могут быть грибы. А люди говорят, что сморчок очень любит черемуху. И вот, будьте любезны, посмотрите. А вот он, красавец первый. Ну не чудо ли? Конечно, я не уверен, что я наберу даже на жареху, но надежда-то у меня есть. Это я вот уже сколько хожу? Много. Но сам факт, что приметы, народные приметы подтверждаются, меня радует. Вот я обхожу этот куст черемухи и вижу второй гриб. Вот он уже. Вот он какой. Он уже подсыхает. Он уже перестоял. Ну, вот замечательно. Внимательно смотрим. Внимательно смотрим. Может, мы и на покушать соберем. А если Бог даст и на заморозить, и заготовить. Ну точно, вот он, третий. Красота. Красавец. Вот он стоит. Посмотрите. Так. Забираемся и смотрим. И вот я вижу. Вот, смотрите, товарищи. Вот. Даже их тут два. Один. И второй. Отлично. Отлично. Так, смотрим. Дальше. Кустик маленький. Но тем не менее. Тем не менее. Мы его зайдем
Вот она, цвет только набирает черемуху. Только-только начинает набирать цвет. Ну, вон больше не видно. Муравейник. Вот. И с него крапива поднимается. Как интересно. Такой. Прячутся они в крапиве, наверное. Домик свой прячут. Вот так. Вот на этих, вот на фоне этих прекрасных сосенок хочу вам сказать, что первый этап поиска сморчков закончен. Не знаю, может быть, он окажется и последним. Охота и на рыбалку уже, и все, охота. Наступил сезон. Вот. А пока. Вот, я ограничился 5 штуками найденными. Очень доволен, тем не менее. Вот, если соберусь, я думаю, что соберусь. Если мне ничто не помешает. Если соберусь, то последует, я объединю ролики вместе, чтобы более насыщенный фильм получился. Ну, либо ограничусь. Либо ограничусь тем, что есть. Все равно было интересно. Главный вывод нынешней грибалки. Народные приметы подтверждаются. Там, где черемуха, там нашлись и сморчки. Вот. А так я достаточно по лесу походил. Находил и осинники, и по березовому, и по сосновому, и по чистому, и по захламленному. Вот, грибов не видел. А под черемухой, к моей радости, нашлись грибы. И в связи с этим и появится и отчет, видеоотчет, естественно. Не поленюсь, сделаю его вам. Как и всегда, желаю здоровья. Благодарю за внимание. До встречи. Добрый день, товарищи. Здравствуйте. Как и обещал, повторное включение. Сегодня 7 мая 2022. Второй день поиска грибов. Приехал только что. И сегодня немного другое место. Сегодня будем обследовать вот данную лесополосу. Она протяженная, и здесь тоже осинник, березняк. Посмотрим. Буквально сразу
Только-только зашел, и сразу два маленьких. И вот еще, посмотрите. Вон еще какой. Ну, прекрасно. Вчера я посвятил день сбору. И за этот день я нашел 5 штук. Сегодня я посвятил процессу сбора 5 минут. И за 5 минут уже 3 штуки. Замечательно. Продолжаем. Береза соседствует с осиной и с черемухой. Ну, здесь и рябина, и черемуха произрастает. Просто хочу вам показать, как сморчок маскируется хорошо. Вот на фоне этой прошлогодней листвы. На фоне этой прошлогодней листвы его очень-очень сложно заметить. Вот только вот светло-бежевая ножка его немножко выдает на этом коричневом фоне. Вот. Ну, они редко, но попадаются. Вот еще один. Маленький. Прячется от меня. Но не получилось. Прятаться. Вот. Симпатичный. Пойдет в окошко. Людям. Это вот очередная удача. Вот так вот они и прячутся. Вот. Очень сложно заметить. Очень сложно заметить. Стоят два. Вот. Забираем их домой. Вот еще один. Чуть-чуть не наступил на него. Интересные грибы, по-своему красивые. Вот. Вот он какой. Вот такое произведение природы. Буду вам показывать для наглядности. Окружающую обстановку. И место. Вот такие заросли. Двигаемся потихоньку, потому что на большой скорости не получается их выискивать. Вот так вот потихоньку шагаем, медленно. Вот какой. Ну, большой муравейник.
конечно, видывали мы и побольше. Но для лесополосы прям таки большой. Ну вот черемуха. Посмотрим, есть ли что-нибудь под ней. Так. Ой, запах какой стоит. Да, как ожидалось. Вот он. Один. Вот еще маленький стоит совсем. Вот второй. Вот под этим бугорком может быть третий. Совершенно верно. Вот он третий под этой черемушкой. Видите, уже немножко донышко закрываем. Вот пятый гриб уже под этой черемухой. И вот шестой. Вот она небольшая, кусточком растет здесь. Вот основание ее. И вокруг грибочки. Очередной симпатяга показался из-под листочка. Вот, посмотрите, вот впереди снова черемуха, но это уже большая, я бы даже сказал, старая, взрослое дерево. Конечно же, я не мог пройти мимо этой черемушки, и вот вижу два штучки впереди, и вот там вдали... Вам, наверное, не видно. Еще один прям красивенький. Домиком, пирамидкой такой стоит. Издалека видно. Вот сейчас. Сейчас будем их собирать. Вот они. Вот они такие. Замечательные. Так, Зиночку. Все, пойдем. Так, где он уже спрятался от глаз? А вот пока я его высматривал, под листочком еще один спрятался. Вот он какой замечательный. Замечательный гриб. Вот он как-то под веточками. Всяко. Вот я все равно его нашел. Так, вот это вот я боюсь ошибиться. Но мне кажется, что это строчок. Смотрите, вот один. Второй. Там третий. Вот там за упавшей березой вижу уже зацветает черемуха. Хошь не хошь, вот по этим дебрям надо обязательно пойти и проверить. Мне осталось где-то полчаса, потом нужно будет какое-то время, чтобы дойти до общественного транспорта.
и отправимся домой. И вот еще. Вот еще один представитель смычковый. Да, на фоне прошлогодних листьев очень проблематично вас обнаруживать. Вот он, видите? Такой. Ну вот и все, товарищи. Время подходит уже. Время грибалки закончилось. Сейчас подойдет поезд. Поедем домой. Сказать, что я доволен, это ничего не сказать. То есть я думаю, что вот этого количества грибов мне будет достаточно на хорошее блюдо. Вот. Получил, конечно, я опыт определенный. Всего доброго, за внимание вам спасибо. До новых встреч!